однополчанина, то есть, можно сказать, Вадима Тинклет. Он нас очень долго пропустил, вот, но, в принципе, влился в коллектив. Надеюсь, вольется по программе тоже побыстрее, освоив все приемы, которые ты пропустил. Как обычно, в лицо Вадим, ну и что мы хотим пожелать? Дайте что-то необычное. Ну что, такое серьезное, реально, чтобы вы хотели, чтобы у него было. Я желаю тебе, чтобы ты занимал первые места, успехов в школе, и чтобы ты был самым сильным. Белов, в лицо смотри. Ну? Я желаю, чтобы ты никогда не болел, чтобы... Помнишь, у тебя коронная фраза была, чтобы тебе подарили чего? Пиццу. Правильно, молодец, уже подарили. Давай. Желаю тебе счастья, и чтобы когда ты вырос, ты был богатым. О, ну молодец, уже тоже ничего. Я желаю тебе, чтобы на твой день рождения всегда хорошие подарки дарили. И когда ты в лицо смотри, ты человек. Вырос, был миллионер. Ой, повторюша. Давай, тихо. Я тебе желаю, чтобы у тебя была сила воли. Классно. Тебе желаю, Вадим, чтобы тебе каждый день рождения дарили по 10 тысяч. И всегда айфон. Они как бы, вот, кто у нас, у нас как Живоназа начал эту тему, так они понеслось. Давай, Олег, ничего. Я желаю тебе не болеть, но соревнования всегда выигрывать во всех. Вот. По всем странам. Уже лучше, да. Во. По всем странам выигрывать. По всем странам выигрывать. И за границей России. Может, все-таки про патриотику что-нибудь скажешь? Да. Ну, скажи что-нибудь про патриотику. Ну, любовь к стране, правильно. Защищать Россию, плохие. Все, ладно. Ким? О, нет. Желаю. Нет, сначала сделаю так. Желаю тебе, чтобы ты учился на одни сводки, чтобы... Ты был триллионером. Триллионером. Отлично. Чтобы ты ездил на крутой машине. Молодец. Фил. Я желаю тебе, чтобы ты всегда учился на пятерке, побеждал всегда по соревнованиям, занимал всегда первые места, и чтобы ты никогда не болел. Чтобы получал в школе одни пятерки, окончил школу на золотую медаль и всегда получал первые места. Я желаю силы, интеллекта, чтобы ты стал президентом дзюдо. Ну да, лучший президент дзюдо. И чтобы ты был патриотом. Правильно. Суров, задавай. Я желаю, чтобы тебе мама и папа за каждую пятерку дарили по кусочку пиццы. Ой. Я в свою очередь тебя поздравил, пожелал, как сказать, школа Ярополк. Я всегда всем желаю. Вот. Хочу, чтобы вы, по большей части, своей головой думали что-нибудь такое необычное. А с моей точки зрения, как руководителя клуба, старайся, стремись, учись, слушайся родителям, будь триллионером, миллионером, пускай тебе дарят пиццу, и все вот в этом будет. 3-4, с днем рождения. 3.